наш ефективний метод оздоровлення усього організму відомий з давніх давен. А як зробити його ще й цілющим, знає Олександр Падалка, який прийшов сьогодні до нашої студії. Лікар, спа-технолог, мануальний терапевт, фахівець з реабілітаційних та оздоровчих програм, викладач з напрямку велнес-технології. Пане Олександре, дуже рада вас бачити сьогодні в нашій студії. Да. І насправді дуже зараз багато різних видів масажу, і про нього говорять, як про зцілення організму, навіть так. Тож, насправді, чи так і є? Во-первых, хочу поприветствовать телезрителей, поприветствовать вас. Спасибо за приглашение. 15 лет, более 15 лет занимаюсь массажем, поэтому эта тема для меня и актуальна, и любима. И вдвойне приятно, что мы о ней говорим сейчас. Да. А отвечая на ваш вопрос, скажу, что, наверное, массаж, наверное, одна из самых древних систем оздоровления в целом. Потому как я уверен, что будучи, когда мы жили еще в пещерах, первую помощь, которую люди, древние люди оказывали друг другу, это тактильное воздействие, это поглаживание. Поэтому массаж не теряет актуальности так, до сих пор, и он важен, и правильно, что мы о нем говорим. А яка основная задача лікувального массажа? От до чего он может привести взагалі? Какие наибольшие его плюсы? Юля, я когда вот веду свои семинары, обучаю студентов, всегда акцентирую внимание на очень важном моменте. Когда мы говорим о эффекте процедуры, это совсем другое качество оценки того, что мы делаем. Вот имеется в виду лечебный массаж, мы имеем в виду, подразумеваем эффект от процедуры, то есть массаж, который оказывает лечебное воздействие. Очень часто и клиенты, пациенты путают, и многие специалисты путают понятие. Вот человек приходит и говорит, я хочу лечебный массаж, или я хочу расслабляющий массаж. Угу. Я акцентирую внимание, что расслабление и лечение, эффект лечебный, это эффект от процедуры, а не, собственно, массаж. Это, это важный момент. Так, добре, що так, наголосили на цьому. Так. Так сложилось, что для удобства изучения данных техник и лечебного массажа в том числе, их подразделяют на разные типы массажей, в том числе и лечебный. Действительно, он есть в такой классификации, есть понятие лечебный массаж. Как правило, он применяется с целью устранения функциональных состояний организма, мышечного спазма, мышечного напряжения, состояний, которые связаны с эмоциональной сферой человека, синдром хронической усталости, нарушение сна, эмоциональный стресс. Очень много показаний к данным процедурам, подразумевая лечебный эффект. Потому как сразу скажу, что массажи оказывают многообразные эффекты на наш организм. И более того, многие эффекты от процедур недоисследованы сейчас, и мы можем только эмпирическим путем понимать, какой эффект данная процедура оказывает. Выходит, что так вот 10 процедур, ну, например, завжди стандартно, так, 10-15 так, процедур, переважно так. То есть за оцей невеличкий промежок часу выходит, что людина позбулася проблем, ну, например, психологического характера, так? Мы можем про это говорить, что так, так и сталося, вот за помощью массажа. Очень много мифов преследуют массажи, в том числе и о 10 процедурах. Пускай мои коллеги меня простят, я сейчас один из мифов хочу развеять. 10 массажей и количество почему-то 10, и все специалисты знают, и клиенты все знают, что нужно 10. Пришло родом из Советского Союза, из курортно-санаторного лечения. Угу. Потому что массаж назначался через день, как правило, поэтому 20 дней курортно-санаторного лечения как раз вот вписывался 10 процедур. Есть категория массажистов, которые, ну, как вам сказать, зарабатывают на клиенте, который к ним обращается. Вот приятно, когда человек приходит, и на 10 процедур он ваш. Он приносит денежку, он платит. Это как вот про анекдот про еврея, да, который
вылечил пациента, и отец ему сказал, что, мол, что ж ты сделал, я за его деньги построил там и дом, и выучил тебя, и вот, ну, приблизительно так. Кроме шуток, 10 процедур – это общая фраза. Кому-то нужно, достаточно будет 2-3 процедуры, кому-то мало будет и 10 процедур, это правда. Сразу скажу, пускай и телезрители обращают на это внимание, и специалисты, молодые специалисты, кто работает, на то, что если массажная процедура не оказывает эффекта после 2-3 сеансов, никакого эффекта. Я думаю, что с большей вероятностью, что данная процедура будет неэффективна. Тобто відмовитись взагалі, да, так? Да, якщо... да. Нужно признать, что панацеи не бывает. И массаж, как любой метод воздействия, тоже имеет свои показания и противопоказания. И всегда нужно объективно оценивать эффективность того или другого метода лечения. Поэтому количество процедур может разниться. Оно может быть от 2-3, очень индивидуально, до 15, а то и 20 сеансов. Ну так, звичайно. Все ж індивідуально. Можливо, да, людина справді має таку потребу. Їй потрібно зробити більше, і про це треба говорити, звісно, щоб люди розуміли. Але якщо от вони обрали собі фахівця, і вони знають точно, що йому можна довіритись, то я думаю, що питань не повинно виникати взагалі. Масаж – такий метод воздействия, которого, ну, много не буває. На самом деле ми, ну, всі розуміємо, що ми живемо в стрессовой ситуации, в стрессовом времени, периоды времени. А массаж как антистрессовый способ воздействия на организм прекрасно работает. Поэтому даже с целью оздоровления, а лучше всего так и делать. То есть никогда появляются симптомы и появляются какие-то запросы человека. То уже массаж может не допомогти. Ну, можно и так сказать, да. Но лучше всегда, я привожу пример, это как вот с автомобилем. ТО лучше делать до того момента, когда застучала ходовая, да. Ну, то есть профилактика всегда лучше и ценнее, и эффективнее, чем, собственно, лечение. Це стосується не лише масажу, взагалі будь-чого. Любого методу. Все, що стосується здоров'я, да, організму людини, так? Да. Я ще хотіла запитати, от, чи може масаж зашкодити? Чи у яких випадках? Що саме можна зробити не так? Так, звісно. Як і будь-який метод воздействия, масаж має свої показання і противопоказання. И масажем можно навредить человеку и, ну, сделать плохо. Ну, самые основные противопоказания к процедурам. Кому нельзя делать массаж? Во-первых, любые острые состояния. Имеется в виду высокая температура, болевой синдром любой локализации, будь то суставы, будь то в особенности грудная клетка, живот. Обращаю внимание телезрителей на то, что в случае появления боли за грудиной, боли в проекции брюшной полости, в первую очередь нужно обратиться к врачу. Не лечить остеохондроз и не идти к мануалу вправлять диски и корректировать мышцы. Мышечная дисфункция и функциональный блок позвоночника – это не смертельное состояние. А вот если мы прозеваем инфаркт или какое-то состояние со внутренними органами, это более опасно. Нужно, во-первых, исключить данное состояние и потом уже работать с мышцами, с позвоночником. Итак, острое состояние, высокая температура, боль. Любые проявления воспаления, покраснение кожных покровов, отек, повышение температуры этого участка является противопоказанием. Повреждение кожи. Аллергия, например. Аллергической, воспалительной природы, любой. То есть, если кожа воспалена, гнойничковое ли воспаление, аллергическое ли природы, на кожу мы не воздействуем. И если массажист вам предлагает массаж, в этой ситуации бегите от него, это неправда, нельзя работать. Онкологические состояния является абсолютным противопоказанием, потому что массаж оказывает системное воздействие на организм, усиливает лимфоток, и любая онкология, мы понимаем, что это опасность для жизни, и если у человека в анамнезе есть подобная ситуация, или он после операции, после химиотерапии приходит на массаж, специалист должен ему, к сожалению, отказать. Это опасно, и это не стоит риска того, который может человек
отримати. Ну, зрозуміло, так? Тобто є протипоказання, ви про них сказали, і дуже добре, що наголосили. Надо сказати, що зараз мировая тенденція такова, что очень расширены показания к массажам. Если раньше, к примеру, массаж при беременности, если раньше беременной девушке, женщине было отказано применение массажных процедур, по той простой причине, что надо признать, что медицине проще запретить, чем дать какую-то альтернативу человеку. Поэтому, а бы чего не случилось, запрещали массаж. Сейчас активно применяется массаж при беременности. В младшем школьном возрасте мы все знаем, от нуля возраста в том числе. То есть новорожденным имеются ли показания неврологические, к примеру, там, родовая, последствия родовой травмы, либо не имеются, массаж показан и известный факт, что тактильное прикосновение к младенцу ускоряет умственное развитие. Так, дуже ефективний. До речі, от зараз намагаються лікарі навпаки рекомендувати і найчастіше це роблять. Обязательно, обязательно. З приводу дітей ще хотіла запитати вас. От насправді треба дуже обережно ставитись до фахівця і до виду масажу, який рекомендується дітям. Так от, на що треба звертати увагу саме в цьому випадку? Касаемо, я хочу уточнить, вы говорите о выборе специалиста, либо о выборе методики воздействия? Усе, що є, наприклад, показано, взагалі, як ставитись до дитячого масажу. Ось, я про це сказав, що дитячий масаж... Маленьких, так, це справді, це ми знаємо, так? Старші, вже вони від нуля, вже, наприклад, їм там 3-4 роки активно діти починають рухатись, так? І ось тут масаж. От коли вже той період ми трошки забули, ми вже його відставили, і тепер ось цей масаж. Самый большой вред для скелетно-мышечной системы ребенка наносит, к сожалению, наша система образования. То есть, когда ребенок идет в школу, наличие стресса, неудобные парты, продолжительное сидение очень вредно. Поэтому массаж очень актуален в период вот от первого класса, фактически до последнего. То есть, если родители замечают изменения осанки ребенка, ребенок сутулится, ребенок плохо спит, у него зажаты плечи, либо приподняты, это симптомы, которые говорят о том, что организм, опорно-двигательный аппарат получает избыточную нагрузку. Це усі батьки помічають. Я вам скажу, що це, мабуть, майже 100%. Батьків і дітей, все це є. Бо сидіти в школі, отак як зараз, з такою програмою, яка є на сьогодні, і тим більше потім додому вони приходять і так само сидять. Тобто мало рухаються. Очень часто задають вопрос, от ми о количестве процедур говорили, многие клієнти і пацієнти говорять о том, що от, а як часто я должен делать масаж? От з какой періодичностью, какой курс масажа? Я рекомендую следующим образом подходить к данному вот вопросу. Больше пользы будет, если делать один массаж в месяц, чем каждый месяц, чем по 10 массажей там, раз в полгода, либо раз в квартал. С целью профилактики раз мы усиливаем. Всем известно, что массаж имеет эффект потенциации, да, он накопительное действие. Поэтому чем регулярнее человек посещает массаж, чем он и ребенок в том числе, и маленький, и подросток, тем эффективнее будет его воздействие на организм. Дуже добре, що ви сказали про це. З приводу того, якими засобами ще користуються фахівці, я ще хотіла вас запитати, що саме потрібно для того, щоб зробити ефективний масаж? Руки спеціаліст, який виконує процедуру. Так, ну, можливо, і там є якісь олії додаткові, крем чи щось іще. Тепер мене будуть переслідувати косметологи, мабуть, або производители косметики. Не хвилюйтесь. Так, я шучу. Для качественного масажа, крім рук спеціаліста і його навиків, нічого не потрібно. Масла, будь-які средства косметичні –
аппаратные методики, массажеры, они лишь расширяют спектр воздействия и потенцируют эффекты, которые мы получаем от воздействия рук специалиста. Действительно, к примеру, если сказать вот о маслах, кремах, да, в первую очередь открою вам секрет, что масло нужно для защиты рук специалиста. Когда он работает с телом человека, всем известно, что бактерий очень много, и на коже в том числе. Поэтому защитная пленка, которая покрывает руки специалиста, как раз является вот защитой самого специалиста. А мы все думали, бачите, сколько нам сегодня секретов открыли. С другой стороны, массаж с маслом более комфортный для восприятия человека, потому что он обеспечивает скольжение. Масло может быть теплым, масло может быть ароматным. Ароматерапию никто не отменял, и запах влияет на психоэмоциональное состояние, эстетика тела и лица, согревающие крема, обертывание, все, что усиливает кровообращение на коже, это очень популярно вот, с целью воздействия при лимфатических отеках, антицеллюлитных программах. Средств очень много. Это по выбору специалиста, по выбору клиента, который хочет получить ту или иную процедуру. Здесь перечень очень-очень большой. Разные производители на разный карман. Есть очень дорогие средства, есть средства очень доступные. Поэтому здесь нужно советоваться со специалистом. И если человек хочет получить тот или иной эффект, лучше проговорить с массажистом. Ну, заздалегідь, более, так, да, более качественно пройдет процедура. Зараз з'являється дуже багато різних таких екзотичних видів масажу. Ну, наприклад, там з равликом, так, чи шоколад, наприклад, так, чи водорості різні. Це рекламний хід, чи може насправді є в тому ефект? Да, улитки, и змеи, и бог знает чего еще можно. Это правда, да. Я 15 лет занимаюсь массажем, и хочу сказать, что до сих пор не все о нем знаю. Но из того, что я о нем знаю, мне дает право говорить о том, что улитки и другие животные, которые могут на тело выкладываться, это больше к рекламному ходу. Я вам иначе скажу. Человек склонен удивляться. Клиент, вот, ему хочется, ему хочется других ощущений, новых ощущений. И массажный бизнес в том числе реагирует на этот запрос и предлагает человеку разнообразные способы получения вот разных тактильных ощущений. Это, если уже людина... Массаж бабочками, да. Выпробовала все на свете, ну, так, а хочется так, еще и с равликом, то будь ласка. Я не думаю, что большой физиологический смысл имеет воздействие пользующей улитки по телу. Ну, хотя есть мнение о том, что там слизь, которая проникает через кожу, она обладает какими-то эффектами. Доказательной базы здесь очень небольшое количество, и статей научных по этому поводу я не видел, к сожалению. Ну, а почему нет, если человеку нравится? На самом деле это же эмоции, да? То есть человеку, если человеку приятно, он получает от этого удовольствие, ему нравится. Ну, будь ласка, так. Да, это имеет место. Пане Олександре, насправді дуже добре, що ми сьогодні стільки всього з вами проговорили, і я надзвичайно вдячна вам за те, що ви відкрили секрети, про які, можливо, мало хто говорить. Насправді, так, ця сфера закрита трохи так, особливо для пацієнта, для тих людей, яким це потрібно. А в першу чергу, це потрібно для оздоровлення організму. Тому, так, тому ось саме так потрібно ставитись до масажу, треба розуміти, для чого він вам потрібний. Так? І тоді ви всі будете здорові і не ошукані ні в якому разі. Дякую вам дуже. Спасибо большое. Ну, а зустрінемось з вами вже за декілька хвилин. До свидання.